Детское радио представляет. Мы пойдем по меридианам и параллелям, поднимать паруса и бросать якоря. Ты увидишь штормы, тайфуны и мели. В общем, все на земле покорим мы моря. Мачты, смотрящие в зенит, белее снега паруса. Рында над палубой звенит, за старой картой вас ждут чудеса. Тайны старой карты. Тайны старой карты. Путешествие в прошлое – дело серьезное. Хорошо, что у нас есть старая карта, волшебная дверь, ведущая к приключениям. Стоит попросить ее, и она перенесет тебя на берег любого моря или океана. Теперь у нас есть яхта, и я решил поставить на нее кое-что посовременнее старого доброго компаса. Мы с Витей и Светой, учениками Академии парусного спорта, что открыл в Санкт-Петербурге «Газпром», прошли на этом суденышке не одну сотню морских миль. А вот и Соложата. Иду, иду. Здрасте, дяденька Боцман. Здравствуйте. Привет, мистер Томас. Держи колбаски. А зачем эти приборы? Для яхты. Вот это радиолокатор. А это эхолот. Он... Знаю. Измеряет глубину с помощью звуковых волн. Вот и мистер Томас согласен. Ну, куда сегодня отправимся? Вчера в школе нам рассказывали о морских победах Петра Первого. Я и подумал, хорошо бы взглянуть. Да, хоть одним глазком. Значит, попросим старую карту отправить нас в начало 18 века. Готовы? На Балтике? Да, возле Финского берега. Витя, полезай на мачту, закрепи антенну. А мы со Светланой поставим эхолот. Сейчас опробуем. Работает! Вот палил-то. Вообще ничего не увидим теперь. С радаром все увидим. Витя, к штурвалу. Есть! Света, следи за экраном. Заметишь корабль, докладывай курс и дистанцию. Есть, капитан! А погода и правда портилась. Если бы не приборы, мы выскочили бы на берег или сели бы на мель. К ночи ветер совсем стих. Яхта шла прежним курсом. И вдруг... Капитан! Отметка на радаре! Два! Ой, нет, три судна справа по курсу! Расстояние... Витя, а сколько до них? Видишь, возле отметок на экране цифры. А, спасибо. Дистанция 300 метров, капитан. Право руля. В темноте, в тумане они нас не заметят. И говорите тише. Над водой звуки разносятся далеко. А ну умолкни, рыжий бандит. В каюте запру. С капитаном споришь? Я что-то слышу. На веслах идут. Военные галеры, сожри меня, кашалот. Но русские или шведы? Тихо, раз. Слышите? Голоса. Два, раз. Два, раз. Навались, братцы. Два, раз. Два, раз. Да это русские галеры. Минхерц, Питер, низги не видать, того гляди. Сядем на мель. Надо бы отдать якорь и ждать, когда туман разойдется. Ты, Алексашка, белины, что ли, объелся? Ежели мы в темноте шведа не обойдем, утром их фрегаты в щепки нас разнесут. Еще раз ляпнешь такую дурость, не посмотрю, что ты капитан-командор. Отхожу дубиной по хребту. Я знаю, кто это. Кто? Тот, что ругается, это царь Петр Первый. Тогда второй Александр Меньшиков. Он имел чин капитан-командора. А что они тут делают? Клянусь мысом бурь, не знаю. Так давайте спросим. Эй, привет, вы кто? Молчи. А чего такого? Это ж наш. Что? Тут война идет. Вот примут нас за шведов, узнаешь чего. Минхерц, Питер,
Гляди, к шведу слева по борту! Гребцы, навались! Канониры к орудиям! Картечью! Заряжай! Витя, скорее! Разверни российский флаг! Света, посвети на него фонариком! Не стреляйте! Мы свои! Отставить картечь! Минхерц, Питер, кажись, не шведы! Кажись, наши! Яхта вроде! Эй, на яхте! Кто такие будете? И что делаете в этих водах? Ну что, будем отвечать? Отвечать немедля, а не то картечью пальнем! Так началось наше очередное путешествие. Тайны старой карты. Тайны старой карты. Продолжение следует.